Всем привет! Наконец-то у меня есть возможность достать подарочки от Яны Фиджи. Огромное-преогромное тебе спасибо. Девочки, так получилось, что у меня как бы а-ля технические проблемы и с местом, и с временем, и со светом. Поэтому решила заснять уже как есть, так как посылочка лежит очень долго. И я хочу, как говорится, начать пользоваться этим. И начну с того, девочки, что вот я связала Яне в ответ вот такую вот ручку. И, к сожалению, забыла положить ей в посылочку. А Яна мне прислала, смотрите, какие классные прянички. Вы видите, чуть-чуть покрошилось, это не страшно. Но в целом я вообще удивлена, что они доехали. Смотрите, какая красота. Какая красота. Все будет Украина. И сейчас мы их, конечно же, возьмем и покушаем. Поэтому я хочу сказать, девочки, терпение было только, не только у меня, но у моих детей, чтобы не скушать эти сладости до того, как я засниму ролик. Также для моей доченьки тут пришла вот такая вот резиночка с кошкой. Она обожает у нас кошек, так как у нас дома есть кошка. И такая пушистая резиночка, знаете, типа как свитера ангора были такие. В посылочке должен был быть телефон музыкальный, но, к сожалению, он не вошел в посылку. Поэтому телефон прилетит ко мне в следующей посылке. Все началось с того, что Яна отдавала бесплатно свою косметику те, кто первыми ей напишет в Инстаграм. И так получилось, что я написала ей одной из первых, и некоторые палеточки теней она мне прислала бесплатно, а остальное она мне сделала подарок о том, о чем мы вообще не договаривались. Это был чудесный сюрприз. Огромное тебе спасибо. И вот такие вот новиночки от фирмы Patrizia Lido. Пудра написано. Я думаю, что это шиммер. Да, типа а-ля бронзер, хайлайтер в номере 01. Вот такая красотень. К сожалению, сейчас вот мои условия не позволяют мне это открыть, так я боюсь, что это сейчас все рассыпется. Поэтому все новиночки, как только у меня улучшатся технические условия, мы это все с вами откроем и потестируем, скорее всего, в одной из моих косметичек. А также вот такая вот вкусняшка от Essence, Coffee to Glow. Я так понимаю, это тоже как бронзер. В номере 01, Meant to Be Together. Ну, тут написано, типа, между хайлайтером, да, и, я так понимаю, бронзером. То есть, кому как подходит. На зиму, я думаю, что это будет больше как бронзер, а на лето это будет больше как хайлайтер. Вот прям аж хочется пойти и выпить кофе. Такие вкусняшки, девочки, это все я жду, чтобы заснять и вам показать. А дальше от фирмы Эвелин вот такие вот чудесные румяшки. Смотрите, какая красота, какой там красивый принт. Все закрыто, все аккуратненько. В номере 01 Пиони. Ух ты, как интересный цвет. Кстати говоря, скоро у меня заканчиваются одни из румяшек. Небольшой спойлер. И мы, скорее всего, откроем эти на замену. Пока что не хочу. Я знаю, что если я открою новые продукты, все, конец. Получается, что старички мои будут простаивать. И, девочки, вот такая вот палетка от Ламель. От Ламель, кстати говоря, у меня были только карандаши для губ. Вот не помню, ли у меня были помады. По-моему, что нет. И вот такая вот палеточка, смотрите, какая красота. Self-love. Это как раз подходит к нашему празднику 8 марта. Я снимаю это на 8 марта, вы увидите это попозже. Поэтому всех девочек поздравляю с этим чудесным праздником. Желаю вам всего самого наилучшего. И это в номере 401. Вот такая вот, кстати говоря, цвета тут обалденно ходовые. Можно как сделать и дневной, и вечерний, и праздничный макияж. Вот этот вот прям аж прям зовет. Прям, смотрите, как он красиво переливается. Аж прям зовет этот цвет. Я говорю, к сожалению, опять же, стою на одной ноге. Следующая палеточка от Эвелин. Видите, насколько какая мне Яна прислала разнообразие фирм и продуктов. Mystic Galaxy Eyeshadow Palette. Кстати говоря, девочки, видела миллион обзоров на эти палетки. Вы знаете, она даже закрыта. Я даже не открывала ее без вас. Представляете? Не так-то просто тут все открыть, все так отлично запаяно. Вот, честно говоря, вот в такой железной коробочке. Это у меня только вторые тенюшки. Вау! Смотрите, какая красота! Боже мой, каждая тенюшка подписана. Класс! И кисточка тут обалденная, вижу, с двухсторонняя.
Класс, класс. Яночка, огромное, преогромное тебе спасибо. Смотрите, опять вот этот вот прям аж зовет. Прям аж зовет. Потрогай меня, попробуй меня. Я говорю, к сожалению, освещение не то, чтобы нам сейчас делать сводчи, поэтому мы это оставим с вами на другой ролик, когда мы более будем спокойны и во времени, и да, в местоположении. Еще вот такое вот сердце, в котором я отражаюсь. Патриция Лидо, Love Light Highlighter. И это у нас, девочки, в номере 01. Все так классно запаяно, все закрыто, все с антикрашками. Так, хайлайтер, девочки, я не выдержала. Ой, откроем его сейчас, боже, какая красота. Тут огромное зеркало в виде сердечка. Смотрите, какая красота. Прям инициалы Патриция Лидо. Кстати говоря, с Патриция Лидо у меня есть, девочки, столько тенюшки. Ой, какой он нежный. Ух ты, какая красота. Вот я люблю, знаете, в последнее время вот такие более нежные, аккуратненькие такие хайлайтеры. Смотрите, какая красота. Вау. Обязательно потестирую. Возьмем в косметичку месяца. Кстати говоря, давным-давно я не снимала косметички по той же самой причине. К сожалению, ни времени нету, ни места. Просто в последнее время какая-то сумасшедшая жизнь. И еще одна вот такая вот новиночка. Патриция Лидо, помадка. В номере 05. Боже, хорошо, что я взяла с собой ножницы. Тут просто так все не открыть. Все очень плотно закрыто, поэтому приходится открывать вне камеры. Но с одной стороны, девочки, это хорошо. Это значит, что в магазине никто не откроет и не испортит продукты. У нас просто открывают, как говорится, свободно. Тестируют и ставят на место. Хотя есть тестеры и все. Что могу вам сказать? Смотрите, зато тут классный футлярчик на магните. Очень приятный такой футлярчик. И смотрите, какая красивая помадка. Девочки, это, по-моему, мат или полумат. Не знаю, на бумажке, по-моему, не было написано. Давайте ее потестируем тоже. Вы знаете мою слабость к помадам, вот к чему. А, ой, она так мягко наносится. Ой, слушайте, я не знаю, она выглядит как бы такой, как матовый налет. Вот, смотрите, такое ощущение, вот как оно сошло, и она такая кремовая. И такое близко, смотрите, какая красота. Наносится очень-очень нежно. Такой персиково-нюдовый такой цвет, очень ходовой, очень классный цвет. Яна, спасибо тебе огромное. В одном из влогов сейчас мы обязательно ее потестируем. Надеюсь, вам видно. Смотрите, какой здесь мелкий-мелкий шиммер. Какая красота. Обязательно потестим на губах, так как здесь очень неудачное освещение для съемки, но, к сожалению, ни другого места, ни другого времени у меня сейчас нет. Ну и давайте посмотрим, с чего вот эта вся красота началась. Яна показала некоторые палетки в Инстаграм и сказала, что она решила расхламиться и отдать бесплатно некоторые палеточки. И что мне досталось? Палеточка от Makeup Revolution, Lexus & Stone Transformation Palette. Девочки, я даже не знала, что она такая длинная. Она огроменная. Честно говоря, в Инстаграм она такой длинной не казалась. Я закрыла помаду и боюсь, что мы ее здесь уроним. Зеркальца тут нет, но смотрите, какие здесь красивые тенюшки. Девочки, честно скажу, я еще ничего не тестила. Сейчас вот эти мы сейчас попытаемся потестить, и я надеюсь, что вам будет здесь хоть что-то видно. Смотрите, какая красота. Это как топперы. Давайте вот на более загорелую тогда кожу, раз это то. Оу, да, это реальные топперы. Реальные, девочки, топперы. Так, синенький чуть побольше наберем. Вау, смотрите, какая красота. Какой перелив. Ух ты. Как красиво. И вот смотрите, я сделала сводчи. Посмотрите, это еще все у меня осталось на пальцах. Насколько они пигментированы, насколько они классные. Ух ты! Давайте еще потестим вот эти два. Вот, кстати говоря, вот этот мне чем-то напоминает вот эту тенюшку от Wet n Wild. Тенюшка у меня есть такая немножечко как бы от Catrice, которая коричневая, да, уходящая в такой вот в зеленцу, что ли. Так, вот так. Да, что-то похожее, но вот видите, тут более такие как бы не в зеленцу, а в сиреневый он уходит. Очень красивый такой дуохромчик и вообще золотистый. Класс! Я думаю, что некоторые из этих даже можно использовать и как хайлайтер, и как топпер. И просто, знаете, вот бывает иногда хочется нанести какую-то блестинку на глаза, но не хочется краситься.
Яночка, огромное тебе спасибо. Пока я достаю следующую палетку, предлагаю всем пройти по ссылке под роликом на Янин канал. У Яны много-много чего интересного о косметике, разные проекты, косметички. А также у Яны есть свой инстаграм-канал с таким же названием. Переходите туда, она рассказывает очень интересные вещи, помогает развивать ваш инстаграм-канал, ваш YouTube-канал, рассказывает про многие разные темы. Я думаю, что там каждый найдет себе что-то интересное, что-то для себя. Поэтому переходим и на YouTube-канал, и на Instagram-канал, лайкаем, комментируем, подписываемся и дружим. А мы переходим на следующую палетку от Essence. Hey, LA! Обалденная палетка, мне так нравится вот это оформление. Очень красиво. Это в номере даже 06. Вот палеточки такой у меня не было. А, тут уже идет зеркальце. Ну, я думаю, оно мне не помешает. Смотрите, какие цвета красивые. Вот как раз весна, лето. У нас уже достаточно тепло. Вот последние дни за 30 градусов. Ну, давайте же тестировать. Ой, какие они нежные. Боже, вот это вот прям вообще такое нежное-нежное. Нежная-нежная тенюшка. Смотрите, какие красота. Какая красота. Так, ну, давайте... Немножко не в том порядке, не в ту сторону, но неважно. У нас будет справа налево. Ух ты, какая красота, смотрите. Как красиво. Кстати, вот эти вот тенюшки, вот эти вот, можно и как румяшки попробовать. Для тех, кто любит блестящие румяшки, самое то. Это вот коричневатый, такой даже не коричневатый, а бордоватый, или даже немножко в сливу уходит. Очень интересный цвет. Попробуем следующие. Так, я хочу вот этот еще чуть наслоить. Хочу вот этот наслоить немножко сирени. Да, он такой интересный, вы знаете, вот между коричневым и сливовым, что ли. Следующий ряд. Да, также может быть и как румяшки участвовать. Я особо сильно не набираю. Смотрите, какая красота. Можно тут и как румяшки. Опять же, честно говоря, я бы взяла вот эту палетку и можно было спокойно ехать с ней за границу. Тут и тени, и румяна, и хайлайтер. Мне кажется, вот такой вот палетки достаточно, да, чтобы куда-то съездить. Даже, не, даже по стране. Смотрите, какие красивые цвета. Также можно и дневной, и вечерний, и праздничный макияж. Все в одной палетке. Огромное, Яна, тебе спасибо. И это еще не все. У меня еще есть вот такая вот красота. Палеточка от Makeup Revolution. Девочки, сколько я видела, да, палеточек, в которых плавают вот такие блестинки, ну... Лично у меня такой не было. I Love Revolution. И это у нас Steady Eyed. Такая вот палеточка. Красотень, девочки, как приятно такое все держать в руках. Яна, я не знаю, как ты общаешься со своей косметикой. Я люблю всю свою косметику. Кстати, вот это вот сверху такое плотненькое. Тут огромное зеркало, которое мы прикроем. И смотрите, какая красотень. Тоже тени, топперы. Вот такая красота. Я люблю вообще зеленые, синие тени. Я все люблю. Я люблю яркие тени очень. Вот. Люблю, да, вот более, мне даже кажется, более яркое, чем более такое нежное. Но хотя, я хочу сказать, это все под настроение. Все зависит от того, что, какую одежду вы одеваете. Все зависит от того, на какой случай, да, красить. Вау, это намного ярче. Это даже не совсем топпер, это уже... Тенюшки, тенюшки. Смотрите, какая красота. Как все блестит и сияет. Обожаю бирюзовый вот такой вот цвет. Кстати, синий вот этот мат. Вот так. Матовый. Все остальные с блестинкой. А этот матовый. Девочки, посмотрите, как у меня на пальцах еще остались для сводчей. Вау, это очень красиво. Очень пигментировано. Просто красотень. Так, давайте продолжим дальше. Вот вроде бы, да, два одинаковых, но нет. Это вот больше как бронза. Это, по-моему, матовый. Ух ты, смотрите. Даже матовый, посмотрите, как ярко набираются. Обалдеть. Так, делаем второй ряд. Девочки, надеюсь, вам все видно. Вау. Ага, даже мат. Вот видите, сейчас я его еще немножко наслою. Это такое более... Я бы сказала, даже, может быть, как пудру использовать.
Надо будет попробовать. Смотрите, какие красивые тенюшки. Ой, я даже не знаю, что красивее. Честное слово. Вот это вроде бы, да, как бы похоже, но они все разные. Все пора. Вот, все. Теперь я буду ими играться и показывать вам свои макияжи в логах. Давайте еще раз посмотрим на эту красотень. Яна, огромное-огромное тебе спасибо за возможность потестировать такую прелесть. За то, что ты, добрая душа, все показала в Инстаграм, да, и все раздаешь бесплатно, даже без конкурса, как многие, да, любят устраивать конкурсы, а Яна сказала нет. Просто разбирайте. Вот такая вот чудесная посылочка мне пришла от Яны Фиджи. Огромное, преогромное тебе еще раз спасибо. Честно говорю, я не ожидала так, столько всего разнообразного и прекрасного, так как мы с ней договаривались только на палеточки. Это было приятным и приятнейшим сюрпризом. Я еще буду стараться все показывать в своих косметичках и влогах. Надеюсь, в ближайшее время у меня улучшатся технические условия, и я смогу вам все заснять. А на этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Не забываем проходить по ссылочке на канал к Яне. Подписываемся, лайкаем, комментируем и дружим.